Привет всем, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Чеггер Аут, и это реакция на трейлер «Черная вдова». Немножко объяснюсь в начале. Я уже видел первый трейлер, он особо как-то меня не впечатлил, но просто мне интересно, что же все-таки произошло там в Будапеште, и мне кажется, вот все-таки эта история будет показана. Вот, сам «Черной вдовой» я не интересовался, я не смотрел комиксы, не знаю, какие у нее там противники ее и так далее, кто появляется. Вот, но вышел специальный ролик, и там типа появляется, видимо, какой-то суперзлодей. Вот я сейчас уже даже вижу, что чуть ниже уже мне заспойлерили. То есть, ну, я вижу скрин чувака какого-то. Ну, я где-то увидел имя, типа Taskmaster или что-то такое. Я не знаю, кто это, но, видимо, он какое-то отношение имеет ко всему этому. И я не думаю, что если бы я его увидел в трейлере, для меня бы это было шоком. Типа, кто это такой? Вот. Но посмотрим, какой в итоге нас ждет сейчас ролик специальный. И если вы в курсе, то объясните, пожалуйста, в комментариях, кто это такой вообще и что там примерно может быть. Поехали. Наташа, сестренка, после стольких лет, да вдруг домой? Акцент у них, конечно, вообще адовый. Я в бегах. Хотелось стать другим человеком. Кем-то большим, чем киллер. Не обманывайся. Из нашей профессии не уходят. Мы не закончили одно дело. Кстати, в первом трейлере очень крутое музло. Как влитой. Семья. Мы снова вместе. Ты растолстел? Да это просто вода. А я думаю, уберут эту шутку. Видимо, нормально. Там вроде какой-то скандал есть был. Целый новый мир вдов. Новых врагов. Я устала бегать от прошлого. Вот он, да? Это какой-то страж или кто ли, надзиратель, что-то такое, короче. Я немножко читал вроде. Ну, прикольно. Это еще кто такой? Marvel представляет «Черная вдова». Ну, я даже не знаю, типа, что я должен был сделать. Вау, там появляется Taskmaster. Охренеть, это уже не сравнится с тем, то, что нам показали в трейлере Морбиуса, где появляется стервятник. И, ну, возможно, давайте посмотрим комментарии, что вчера Морбиус, сегодня что, ну так, завтра вечный. Блин, вот вечный хотелось бы увидеть. Тут особо ничего такого и не пишут про этого чувака. В основном Морбиус толстый. Короче, я думаю, я не знаю, кого-то впечатлил вообще этот ролик или нет. Пишите вы в комментариях, как вам этот трейлер. Мне кажется, этот фильм будет слабоват по сравнению хотя бы даже с Харли Квинн, «Хищными птицами». Все-таки там Харли Квинн и Марго Робби. Здесь, конечно, Скарлетт Йоханссон, но мне кажется, не так много людей, кто хотел бы посмотреть на «Черную вдову». Но, возможно, будет что-то прикольное. Но это, опять же говорю, не Человек-паук, не Капитан Марвел. Ну, хотя Капитан Марвел тоже слабоватый оказался. Но я имею в виду... Вообще, вот вся эта тема с феминизмом, тут же нам покажут, какие у нас суперкрутые женщины. И в «Хищных птицах», конечно, тоже и здесь, поэтому мне кажется, этот фильм зайдет больше в Америке, ну, за рубежом, нежели чем у нас. Не знаю, посмотрим. Короче, пишите в комментариях, что ждете от фильма, ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Всем пока. Check it out.